дорога на Быковские пороги. Как всегда, снегоходами накатано, ну и всегда попадаются нам люди на лыжах, которые потом по ходу нас будут потерять. Идет. У него там, наверное, стропа 9-метровая. А как ты прилип, а? Я тебе говорю, вот он тут начал взрываться, и все, я, блядь, тоже инерцию сбавляю. Глубоко. Однако. Локрайт включил? А? Копать все включим. Че ты тащишься? Давай, поехали! Еще, Саня, да, нормально. Давай, давай, тащи, тащи, тащи. Пойдет. Все, 215-й сурф пошел. Ну, спуск-то проблем не должно быть. А вот потом назад в подъем. Придется погазовать. Хорошо шпарит. Ой, хорошо. Не, он сам зарывается. Давай. Накачали колеса, теперь не едет. Он так не поедет. Решила беспредел. No. Он спереди стоит. Видишь, он это? Жестко, у них из-под них часть где-то. Справа. Ну мы-то вообще нормально стоим, вот Саша. Вообще, Враник стоит как будто это. Он там и стоит. Его откопать приехали, знаешь. Пацан говорит, это, точку кинул, говорит, я тачку бросил до Нового года. Нет, не помогите. Ну как бы вот. Все на то похоже. Сейчас все раскопает, он плавится к себе. Давай, это, Саня, я попробую. Вот так и есть. Все, я столию сюда, давай, 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 давай. Тихо, тихо, назад. Подожди. Да, сейчас туда и свалишься, давай. Ну не факт. Пробуй. Пробуй накатай. Я привязал. Ксюша, пусть сядет. Ты пока накатай. Да. Тогда все сразу поедем. Там диагональ просто получилась. Все. Вперед, Сань, попробуй.
Что, не едет? Сильнее. Давай, давай, давай. Да не, он здесь все. Запаской висит. Да, он. О, нормально. О, ход уже пошел. Кажется, снега мало. На самом деле. Внизу где-то не меньше полуметра снега. Немножко снегоходная колея. Вот она и помогает ехать машине. Спокойно, потихоньку движемся. Давайте догоняйте, я уже Марину Сергеевну за руль посадил, чтобы вы догнали нас. Едь, едь, едь. Так и едь. Так и едь, нормально. Чуть-чуть правее, так и едь, потихой. Давай, давай. Ага, хорошо. Главное, не перегазовывай. Метрах 500 за нами едут ребята на сурфах. 2,7 моторами, 215 и 185 сурф. Один лифтован, другой нет. В общем, у 215 сурфа какая-то электроника, что ли, на малых оборотах начинает колеса подзакусывать по ощущениям. Просто перестает ехать. Ды-ды-ды, и все. Сейчас посмотрим, 185-й куда едет. Купает хорошо. Тоже с Хабаровска тип. Прадик с Читы. Сурф с Хабаровска, 215-й. С Бурятии. Понаехали на Сахалин непонятные. С Хабаровска. Здорово! Чё, копаешь? Засунь лопату себе в жопу! Моново два колеса разулись. Пока ковырялись с разутыми сурфами, Марина уже уехала. Вот. Говорит, что застряла. Наконец-то. Сейчас будем копать. Заниматься фитнесом. Что, глубоко? Глубоко пошло, мне кажется, должно ехать, не? Не шевелится где-то, нет. Не шевелится вообще? Там просто слякоть. Какая слякоть? Короче, засадила ты, да? Сейчас откопаем. А
Пойдем посмотрим. Чтинский прадик почти встал. Давай! Чё ты остановилась? Все, теперь вперед накати. Все, давай назад. Да, сейчас не останавливайся, сейчас должен пойти. Все, все, так ровно и едь. Ровно на газу так и едь. Езжай туда наверх. Давай, давай, давай. Назад. Давай назад, там расчищено, оттуда выставимся. На монтаж недорого. Смеркалось, а Сурж все не ехал. Да. Бегемот. Черный бегемот. Да? Пробуй. Нет, еще остается, конечно, пробовать. Сурж, царица полей. Не торопись, не торопись. Идет по колее, так и по всему. Пусть не разгоняется. Не заваливай. Назад. Прям надо по пол карасика. Сильно не крути руль. Не рой, Сань. Ты когда он откатывается, пробуй тоже по чуть-чуть назад откатывайся.
Испортили, короче, мы дорогу на Быковские пороги. Вот и Саша нам накопал монов. Теперь только